Мешайся, продолжаешь, мешайся. Хватит орать! Вы чего орете? Все день разбудили. Да я устала, я спать не могу. Она храпит безостановочно и днем, и ночью. Я уже устала. Успокаиваемся. Успокаиваемся. Не дома. Я тоже не могу уже. У меня в носу пересохло, в горле пересохло. Но... дышать не тяжело. Я хочу, чтобы меня перевели в другую палату. Иванова, успокойся. Во-первых, не дома. Командовать тут не должны. У нас не положено перекрывать другую палату, понятно? К врачу лечащим обращайтесь, пускай решает все проблемы. И не шуми, люди спят, вы не шаете. А мне некогда работать полным-полным. Все, давай. Ну вот. Тишина в отделении. Вот и все. Проблем вообще.